Здравствуйте! Вы смотрите видеообзор от сайта AppsVideoReview.ru. Сегодня представляю вам программу eBook Droid. Это простая читалка для форматов PDF и Déjà-vu. Итак, как вы видите, если ее запустить, то сразу открывается книжка, которую вы последнюю прочитали. Если выйти в меню, то здесь список книг, которые вы недавно прочитали, и можете выбрать открыть книгу в любом месте в папке на вашем смартфоне. Итак, в самой программе достаточно простые настройки. Можно быстро переключиться из дневной в ночной режим работы. Также можно пройтись по оглавлению, определить закладку на определенное место, поиск и тому подобное. В настройках программы можно задать настройки программы, настройки книги отдельно. Итак, в пользовательском интерфейсе можно задать яркость для дневного и ночного режима, возможность не выключать экран, если вы долго не трогали его, но книжка у вас открыта, режим поворота, можно зафиксировать какой-то либо портретный, либо альбомный режим, либо работать в автоматическом режиме. Также есть еще некоторые настройки по использованию памяти, по отрисовке и тому подобное. Должен сказать, что эта программа отличается от такой же, например, от Adobe Reader в лучшую сторону тем, что запоминает последнее место, где вы читали, можно устанавливать свои закладки, а также есть ночной режим, чего нету в Adobe Reader. Можно рекомендовать эту программу для тех, кто читает книги на своем смартфоне в формате PDF или Déjà-vu. На этом все. Спасибо за внимание. Если вам понравился наш обзор, голосуйте за него на YouTube или отправляйте ссылку своим друзьям. До свидания.